Ух, ох, как она все, значит, непредсказуемая. Значит, не доехала машина, 140 километров, попала сейчас в ДТП. Взорвалось колесо переднее, машина ушла в сторону, ударилась в отбойник. Передняя балка ушла под машину. Сейчас рассматриваем разные варианты. Вариант, значит, перегрузить груз, который мы везем, трактор и дискоуборную, и дальше ехать. Второй вариант, значит, перецепить прицеп к другому тягачу и отвезти наш прицеп на выгрузку. И третий вариант, это, значит, грузовой эвакуатор, который подцепит наш тягач вместе с прицепом и повезет на выгрузку. Вот, сейчас разные эти все варианты как бы рассмотрим. Сколько будет по ценнику, посмотрим. Вот. Контент сам собой клеится. Ну, блин, цена этого контента, блин, это вообще конкретная. Все прям происходит тут как есть. Ладно, едем, значит, дальше. Там, где свет был теперь, тьма, я ушел погибать, тьма, душа моя. Бога нет, ушел от нас, кого смог, того спас из-за меня. Там, где свет был теперь тьма, я ушел погибать, тьма, душа моя. Бога нет, ушел от нас, кого смог, того спас из-за меня. Легко отделались. Очень легко, я считаю, отделались. Теоретически можем сами отремонтироваться. Володь, можем сами отремонтироваться и уехать. Теоретически. Пугайся. А где отбойный молоток? Взяли? Сзади. А, ну и все. Вот на барана, которую купили. На М11? Да, метров 25, наверное, снес, насчитали 700 тысяч, блядь. Но насчитали, и, короче, когда считали, сказали, блядь, в автодоре, если бы гаишники в протоколе не указали, что, блядь, столько-то метров снесено, ага, то, возможно, нихуя бы не насчитали даже. А они, видишь, указали. Я сейчас спрашиваю, говорю, тебе указали, не думаю, ничего не указали. У нас машина на физлицо чистится еще, не на юрлицо. А, там нет, там вот задумки такой, там ущерб, блядь, это чрезвычайно. А, там по барабану физлицо, да, юрлицо. Да, его подымет, подымет. Вот оно колесо, которое взорвалось. Сейчас будем грузить. Давай, сюда, я иди сюда.
Леха, механик наш приехал. Мы ее сюда как положим? Или вообще ее вот так поставим нахуй, вот эту хуйню, блядь, ровно, поперек. Привяжем ее вот так вот. Быстро доехал, Лех. Жопа болит, блядь. Здорово. Тут я поссал, да? Прошел, блядь. Нормально. Легко отделались, да, Лёх? Без трупаков, без взрывов, без пожаров. Не. Забор сломали чуть-чуть. Ну да. Вот оно колесо, которое взорвалось. Ребята говорят, нам автодор теперь выставит счет, скорее всего, за разбитый забор, отбойник. Я вообще, блядь, ехал поле посмотреть. Поле? А я ехал вообще тоже с утра в другое место. И Лехе звоню, да-да, скоро будем. Потом через 15 минут Саша перезванивает, типа, машина в аварию попала. Нет, нормально.
я ему так и предлагал, но он что-то не слушает. Теперь я немножко фермер. У меня теперь есть дисковая броня. Короче, что там руль? Руль, говорят, ребята, вращается сейчас. Уф... Ну да? Блин. Рука же чешется. Спрашиваю, ребят, руль удержать не мог. Он говорит, уперся в руль, а потом машина ударилась. И, короче, руль вообще тяга сломалась. Руль сейчас вращается в кабине. На тягачело. Пойдемте посмотрим, что в кабине после аварии. Леха, руль вращается у тебя, да? Да. А, понятно. Короче, понятно, да. Думаешь, гидроусилитель? Конечно, нашел, вообще не поворачивает. Не тянет тягу. А тягу какую сторону? Тяга поперечная. А мы ее выпрямим? Не откручивай. Не откручивай, она играть будет на пальце. Слышь, а балка не согнулась, не? Да не, балка быстрее лопнет. А вон, блин, не? Не, не. Балка-то лопнет быстрее. Это она просто назад чуть-чуть ушла и все, да? Да. И подвигать надо, да. Это мы потом узнаем, когда резину будет жрать или не будет. Угу. Барабан не лопнул, ничего. Такая? Да. Тоже 22, я, блядь, не знаю, полезет или нет, блядь. Мне тоже кажется, нет, блядь. Я заезжал сейчас в Москве, смотрел магазины. Это одни магазины закрыты, в других да, наличия нет. Да. В американские магазины два заезжал. Загружаем сейчас экскаватор и погнали на объект. Попытка номер два. Вот, а механик с водителем остаются заниматься ремонтом. Нам предстоят сварочные работы, монтажные, демонтажные. Короче, какое-то время придется нашу машину ремонтировать. Чё, цепляем?
Это когда два таких внизу, тогда они такие. Володь, пойдем в магазин, стремянки глянем. Закрытый? Слушай, Алёха говорит, он закрытый. Ну, пойдем глянем. Лёха, а там комплект целый зубьев. Сколько тут зубьев? Да какой тут комплект? Ну, десяток. А, просто на замену, если да, что. Да, да, он же один уже убил. Ага. Ладно, я понял. Это на дополнительный, на заменку, если что. У меня уже вибрация началась. За зубьев? Ну, надеюсь, где-то на бетоне я оторвал, на пайку. Ага. Володь, давай, пока светло, сейчас, блядь, это обрежем. Ту старую стремянку, которая вот такой болтается, которая с этой стороны оборванная. Салфетки не нужны, Лёх, все нормально, руки. Я заберу, блядь. А, все. А ты чем был? Головкой? Да, ну, нахуй, баллоны, ключ, да, и лом, блядь. И не пошло никуда? Ну что, погнали? Да. Ладно, Вова. Желаю тебе, как мне вчера Александр Сергеевич пожелал счастливого пути, блин. Что-то он, наверное, прижимал, блин, пожать, ничего. Блин. Так, давайте, счастливого ремонта. Не надо. Чтоб ты задолбался, да, Лёш? Поехали. Глядишь, попрёт. Поехали, поехали. Вот тебе, погнали. Все, давай, давай. Почти 11 часов ночи. Мы доехали до места выгрузки. Вот сейчас будем разгружаться. Завтра утром будем вешать дисковую горну и уже делать первые испытания. А пойдемте на улицу посмотрим. Навеску отсоединили.
платформа опускается. Сейчас отстегнется и машина проедет вперед. Внутрь зрение. Да нормально, посмотри, зайчик. Откуда смотреть? Главное есть. Может, во двор ее завезем? Леха, а? Может, во двор ее завезем? Да, не волокут. Да, ну. Тут еще запчасти. Тем более ее тут никто не ждал. И, кстати, запчасти к охраннику отдать.
Приехали, выгрузились. Алёшенька.